добрый день. Сегодня у нас 2 октября, сухая и солнечная погода. Все у нас еще до сих пор цветет. Вот такие замечательные у меня еще лаватеры, много бутонов. Семена я уже собрала. Вовсю у нас цветет и зреет земляничка. Каждый день понемножку собираем и едим. Ну а я буду сегодня сажать лук и чеснок под зиму. Лук у меня севок, а чеснок зубками. И для начала я подготовлю грядку, она уже вскопана. Я просто немножечко разровняю землю. Разравнивать я буду под такими грабельками. Просто слегка чуть-чуть вот так вот разгребу землю, чтобы она лежала ровно и была немножко взрыхлена. Вовсю опадают листья с яблони. И теперь мне надо очень хорошо все полить. Я хорошо пролила грядку, 2 леечки на небольшую, и дам немножко воде впитаться. И теперь можно делать лунки для лука-севка. На глубину 5 сантиметров, 4-5 сантиметров. И поскольку я лук буду сажать на раннюю зелень, то я буду севок сажать часто, на расстоянии примерно 5 сантиметров друг от друга. Если бы я сажала на лук репку, то надо было бы сажать сантиметров 15-20. И вот так я делаю луночки палочкой. Не глубоко и часто. Вот мой севок. Я ничего с ним не делала, не замачивала его, ничего у него не обрезала. И теперь я просто сажаю его в луночку корневой частью вниз. Вот корневая часть вниз. И вот этим хвостиком, чиполинкой вверх. Так, беру луковку и кладу в лунку. Вот так беру и укладываю в луночку. Все луковки у меня сидят на местах, и теперь можно аккуратненько их закопать. Лук у меня занял чуть больше половины грядки, еще осталось место. И я его займу чесноком. У меня вот такой хороший, крупный. Одна головка чеснока распадается на 4 дольки. И вот этот чесночок я посажу тоже здесь. Я уже сделала для него бороздки. Чеснок сажается глубже, чем севок, и реже. У меня будет на такой бороздке примерно 5 чесночин. И как раз у меня поместятся вот мои вот эти 20 с небольшим долечек. Я также делаю в бороздках лунки. Так, у меня должно получиться 5 штук. Значит, одну я делаю здесь. Поглубже. На 10 сантиметров. Вот так хорошо. И еще 2 будет вот на той стороне грядки. Пока я делаю эту сторону. Лунки я сделала, и можно высаживать чеснок точно так же корневой стороной вниз, а вот этим хвостиком вверх. Достаточно глубоко надо утопить.
теперь можно аккуратненько присыпать землей. Ну и вот грядочка у меня одна готова. При желании ее можно сверху замульчировать листьями или сеном. Я в прошлом году не мульчировала, и у меня все прекрасно выросло, так что, наверное, в этом не буду. Ну, возможно, в следующий свой приезд я накидаю немножко листьев опавших. И теперь я буду делать вторую грядку. Туда я посажу только чеснок. У меня еще есть обычный, в котором много долек в одной головке. Ну, также сделаю бороздки, лунки и посажу туда долечки. Ну и на этом у меня все. Спасибо вам за внимание. До свидания.